Где может находиться изобретательство с точки зрения пирамиды Маслоу? Вы видите одну из версий пирамиды. Ответ здесь такой. На самом деле изобретательство как вид деятельности может находиться в любом ярусе пирамиды Маслоу. И в следующем сюжете вы увидите изобретательское поведение экскаваторщика. То есть вот все то, что будет там происходить, оно находится вот примерно вот здесь. Но можно привести примеры изобретательства про абсолютно любой ярус.